Все, кто взял, отходим. Раздали перчатки и мусорные мешки, распределили территорию. В преддверии Дня Победы в Копейске состоялся городской субботник. Утром 22 апреля у памятника неизвестному солдату собрались депутаты города, представители молодежной палаты и школьники. Традиционно они прибирали территорию Парка Победы от улицы Хохрякова до стадиона «Химик». Уже традиционно так получилось, что собрание депутатов убирает парк «Химик», насколько это возможно, и вдоль улицы Хохрякова. Потому что эта территория ни за кем не закреплена, и мы решили где-то 7-8 лет назад взять ее на себя. К нам примыкает молодежная палата к депутатам и дети с близлежащих школ. В субботнике приняли участие и сотрудники компании «Инсид». Они собирали мусор и создавали праздничное настроение. В преддверии 9 мая компания «Инсид», собрание депутатов, молодежная палата при собрании депутатов наводят порядок в парке Победы, бывший парк «Химик». Для чего мы это делаем? Для того, чтобы убрать лишний летучий мусор, чтобы все-таки парк был в хорошем состоянии, красивый, радовал глаз. Вот. И сегодня у нас не просто субботник, мы сегодня проводим такой конкурс «Могучий эколог», то есть будут выявлены самые-самые активные ребята, то есть у нас сегодня участвуют школы номер 42, 48 и 21 школа, которая ни одного субботника не пропустила, они всегда с нами, за что им большое спасибо. Вот. И сегодня мы выявим самых-самых активных, и компания «Инсид» вручит им призы. Несмотря на то, что субботнее утро было очень холодным, у школьников настрой бодрый, они готовы к бою. На самом деле было как-то холодно, но сейчас понимаем, что будут грабли, лопаты, метелки, и все, мы согреемся, я надеюсь. Ну вот насколько вам самим вот важно город прибрать, чистоту навести? Ну, это год экологии, во-первых, направлено на эту, чтобы город все-таки сделать чище. Ну и у наших граждан есть такое свойство возмущаться по поводу того, что в городе грязно и ничего при этом не делать. А мы не возмущаемся, мы делаем. В это время уборка территории шла и в других частях города. На площади Славы тоже подметали и собирали мусор. У жителей мы узнали, стал ли город чище после апрельских субботников. Да, конечно, стало чище. А сами участвовали в субботниках? Нет, работа, семья. На Вахрушево, посмотрите, мусорки валяются. Мы на поселке живем, мы тут особо не бываем. А по городу вот гуляли, нет, не заметили чище? Мы только вышли выходной погулять. Пока ничего не видно. Стал город чище, стали убирать. Еще бы дороги в порядок привели, было бы вообще хорошо. Пора субботников в Копейске продлится до 1 мая.